Юбилей армии с мечом в ногах. Так встречают 30-летие наши вооруженные силы. Это продолжение акции «Армия против наркотиков». За выход в полуфиналы в борьбе 15 команд. Впечатление уйма, так как долгожданный все-таки турнир. Участвую не первый раз. Вот, немножко попотели. Да, ребята, ну, достойные. Все играли хорошо, все сыграли, потому что жарко, меняемся. Чтобы забить такое количество мячей, нужно хорошо тренироваться, усердно налаживать пас, игру в обороне, в атаке, ну и во всех аспектах поля. Жара плюс 30 и выше не смутила. Все соскучились по футболу. Здесь вырабатывается концентрация, вырабатывается командная игра. Да и в целом все группы мышц работают, то есть здоровье полностью всегда активное. Групповой этап определил четверку сильнейших. В полуфиналы вышли Военный институт Минобороны, армейский спецназ, главный штаб и мотострелковое подразделение. Завтра армейцы разыграют медали и кубок турнира.